мадридский «Атлетик» обретает лучшую форму. И он уже на третьем месте в чемпионате Испании. У команды хороша линия атаки, и в этом убедились соперники из Хорватии. Даже без травмированного лучшего снайпера Вьери хозяева поля много наступали. Часто били поворотом, забили три мяча, из которых, правда, судья Мерк, немецкий арбитр, засчитал только один. Наиболее активными в «Атлетико» были игрок сборной Испании Луис Хосе Каминеро и бразилец Жунини. Первый в обоих матчах огорчил вратаря сборной Хорватии Ладича. В первой игре ничья 1-1. На стадионе Висенте Кальдерон Каминеро забил мяч на 44-й минуте с подачи Агилера, вы это видели. А вот так забил мяч Бейбл. Никаких нарушений не было, но арбитр не засчитал. А потом дважды опасно бил Жунини, и мяч все время попадал в перекладину. Лучшим Хорватии был Роберт Просинечки, но один, как говорится, в поле не воин. «Атлетико» побеждает.